Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Светлана, и вы на канале «Цветочный уголок». У меня недавно состоялся обмен с одной девушкой. Вот, я ей как бы садовые растения дала, вот, а она мне предложила комнатные. Вот такая прелесть мне пришла. Это новое для меня растение. Это каладиум. Вот, детка. Здесь даже, я так смотрю, два роста. Вот. Один ростик идет, а вот еще листик выпускает. Ну ладно, посмотрим. Она сказала, там клубенек маленький. Вот. Ну, я была безумно рада и этому, потому что ну, растение само красивое по себе, и хотелось бы попробовать с ним. Вот. Вот такая красота. Так, его я не буду пока пересаживать. Здесь хороший грунт, торф, мне кажется, с разрыхлителями. Вот. Горшочек пока ему нормально. Вот. И еще девушка мне предложила вот эту бегонию Клеопатра. Такая красотка черная. Ну, она не совсем черная. Здесь вот у нее как бы такие разводы идут в серединке. Но очень красивая. Мне она понравилась. И я решила ее взять. Вот такая. Она сидит у нее на фитиле. И потому я хочу ее пересадить тоже в свой грунт и на фитиль. Пускай будет на фитиле. Так, ну и немного своих растений попересаживаем. Так, ну давайте, наверное, с бегонии начнем. Вот. Сейчас я ее выброшу. Вы знаете, она мокрая. Я, наверное, одену перчатки. Потому что сейчас будут руки грязные и... А у нас, кстати, горячую воду отключили. Там ремонт идет бесконечный на улице. Вот. И периодически нас радует отключением воды. Так, сейчас я одену перчатки. Ох, сейчас, минутку, друзья, мне здесь перчатку резинка попала. Ну, что такое? Все. Так. Какой фитиль толстенький. Так, я, наверное, смогу его? Нет, не идет. Ладно. Хотелось бы аккуратно, потому что она прям, мне кажется, хрупкая. Во, вышла. Она даже, смотрите, весь, в принципе, объем еще не освоила. Ну ладно. Я там несколько горшочков приготовила. Сейчас посмотрим, как по объему. Если будет на фитиле, то большой не буду давать. Вот, это уже все корни здесь. Даже особо стрясти нечего. Ладно. Так, вот видите, влажный грунт. Так, теперь я буду снимать все. Так, где горшочки? Значит, вот такой я приготовлю. Ну, это, наверное, будут уже большие. Так, давайте посмотрим. Да, вот этот прям в пору, мне кажется. Это все большое. В принципе, нет, ладно, я вот в этот посажу ее. Пускай наращивает. Потом, в принципе, можно пересадить в любое время. Ничего страшного. Так,
Сейчас я фитиль. Видно, видно. Вот, ну, в принципе, нормально. Прям как себе домой. Так, сейчас я, знаете, еще немножко подсыплю. Чуть-чуть, прям буквально вот так. У нас в субботу, может быть, для кого-то это будет новость, девчонки Волгоград и Волжский, будет своп. Этот своп устраивает в телеграм-канале, есть группа, сейчас вспомню, фикус дома, по-моему, вот так вот называется. Хозяйка этого канала, она открывает студию озеленения, как бы, да, и в связи с открытием этой студии девушка устраивает своп. Там будет продажа, обмен, ну, все как всегда, в принципе. Вот, в субботу, город Волгоград, сейчас скажу, Чуйкова, 49. Ну, зайдите в Телеграм, если у кого есть. Фикус дома называется канал. Там есть объявление. Или у меня. Я тоже скопировала и у себя на странице в группе разместила. Вот. Будет своп. Может быть, кто-то заинтересуется. Девчонки придут. Так что... Не все, может быть, знают. Я планирую поехать. Интересно. У нас не часто такие мероприятия случаются, так что... Так, ну вот. Вот теперь, я думаю, горшочки ей будет. Сейчас я покажу вам. Горшочки ей впору. Отличные. Вот такая красотка. Бегония Клеопатра. Так. Дальше, друзья. Я хочу... Вот у меня это, значит, амидриум. Сейчас я скажу, как он называется точно. У него такое название большое. Амидриум, медиум, варигатед. То есть, если вкратце, это СПТ-02. Так, вот. Я его омолаживала, он мне там пускал плети такие, знаете, длинные, голые, и вот я его начеренковала. И вот эти два черенка растет у меня, по крайней мере, друзья, очень медленно, прям совсем медленно, прям бесконечно медленно. Так что, может быть, у кого-то и побыстрее, но у меня прям он вот такой красавчик. Очень он мне нравится. Вот эти два черенка я хочу... высадить вместе. Вот это будет мое растение. Там у меня еще растут, будут черенки. Вот как выпустят листочки. Пока вот один у меня уже почти выпускает лист. Вот, а другой там еще как бы только корни. Так, сейчас я какой бы горшочек. Что у нас там? Даже не знаю, что ему предложить. Такой, что ли? Такой, наверное. Ладно, давайте посмотрим, какие будут корни. Потом уже...
тоже поливал. Вот этот бы я хотела немного его заглубить. Некрасивый такой. Ну да, корни, вот видите, здесь прям хорошие. Ну вот это можно струсить. Да, вот видите, как хорошо все. И, ну, здесь заглубить не получится, наверное, да. Здесь прям вот видите, какой черенок у меня получился. Так, нет, это значит не подходит. Тогда может стаканчик взять. Вот такой у меня есть от мороженого. Ой, извините, друзья, толкаю я вас. Вот, прям хороший стаканчик. Здесь он, не помню, на 280, по-моему, 300, наверное, стакан этот. Вот. Ну, здесь вот можно, но не до конца. Ладно, ничего страшного, что ж теперь делать? Это какой теперь нужен стакан ему, чтобы он его заглубить? Ладно. И давайте этот посмотрим. Ну да, здесь тоже корешочки есть, но он, конечно, поменьше такой черенок. Ну, ничего страшного. Все хорошо. Так. Хочу положить мох сюда. Сейчас я принесу. Так, принесла мох. Буквально немного на дно. Как дренаж. Друзья, сразу говорю, чтобы потом вопросов не было. Мох как дренаж. И особенно филодендроны, всякие монстеры, тот же самый вот этот анидриум, они очень любят мох, корни. Прям очень хорошо укореняются во мху. Вот. И потом растут, в принципе, неплохо. Чуть я левой. Сейчас давайте насыпем немножко. И установим. Так, давайте я как-то вас по-другому, что ли. Мне как-то все не нравится. Как это все. Ракурс никак не могу выбрать, честно говоря. Так, вот. Сейчас мы установим их. Так, этот, наверное, нужно повыше будет. Сейчас. Ой, да что такое? Так. Так, думаю, что этот вот так пойдет. Вот. Все. Нормально. Так. Ну вот. Теперь будет здесь у меня. А пока здесь будут расти. Все. Вот такие. Красавчики. Смотрите, какой лист. У него листья, каждый лист разный. Такой вот неправильной формы они. Вот, очень красивый амидриум. Так, ну так вроде у меня все. Вот здесь у меня все черенки стоят, никак корни не дадут. Я все... А, вот, дал мне маленький такой, вот видите. Это Green Goddess. Ой, Green Goddess. О, это я про бегонию. Golden Potus. По названиям совсем все запуталось.
Так, вот эта вот бегония еще не дала корни. Ладно. Все, жду от нее корней. Никак. Ладно, все, здесь нету больше ничего. Давайте этот синдапсус посадим. Стаканчик. Так, знаете, его можно, в принципе, грунт такой нежный, пушистый, так что растение заходит как по маслу. Так вот, нормально. Все. Ну вот, друзья, такие пересадки сегодня были, новинки мои по обмену. Я люблю такие вот обмены, чтобы, знаете, все нравилось. И одной стороне, и другой стороне все было взаимно приятно. Вот. Полью сейчас все обязательно. То, что пересадила. Вот. И тем более, самое главное, надо найти мне для бегонии, куда поставить на фитиль. Потому что это просто горшочек отдельный с отверстиями. Надо как бы найти, куда фитиль, чтобы опускать. Ну ладно, это поищем, найдем. Все, друзья, на этом я заканчиваю. Желаю вам всего самого наилучшего, мира, добра, здоровья. Заходите в гости, до свидания.